Череповце появился новый арт-объект. Такое признание в любви к городу Череповцу подарил молодежный парламент дню открытия города. Этот арт-объект уже полюбился череповчанам. Я люблю Череповец, мост, все символ Череповца. Нам нравится. Мы гуляем здесь в парке, нам нравится, красиво. Главное, чтобы отражал суть города, скорее всего. И показывал, именно чем является наш город, чем он хочет быть. По-моему, ничего особенного. Ну, представляет как бы мост наш. Но обычно их ставят не в парке, а где-то в начале города или еще где-то. То есть вы считаете, что он здесь не очень нужен? Если не очень много денег на него ушло, то пусть стоит. Давайте я промолчу, чтобы никого не обижать. Очень красивый памятник. Символизирует Череповец. Как бы нравится очень красивый памятник. Как раз он для парка. Местные мы здесь. Украшает? Да, да, конечно. Этот такой яркий, прямо внимание на себя. На него ушел год от вот задумки до реализации полностью вот проекта. Этот арт-объект символизирует символы города. Вот горячее сердце русского севера – это символ города Череповца. Октябрьский мост – также символ города Череповца. Ну и языки пламени символизируют хоккейный клуб «Северсталь» и сам металлургический комбинат. В первые минуты, когда поставили, очень много было народу. Сейчас будни, да, ну вы сами сейчас видели, когда подошли, да, уже люди и взрослые, и дети фотографируются. Мы сейчас объявили конкурс фотографии. Нужно сфотографироваться со стелой, выложить в группу. Информация есть в группе молодежного парламента. И 25 июня генератором случайных чисел будут выбраны два победителя.